Меня зовут Регина Шарипова. У меня 3 высших образования, золотая медаль, перфекционист. После окончания института я работала в Альфа-банке. Эта карьера меня очень многому научила. Впоследствии я стала мамочкой 2 замечательных детишек. Сыну сейчас 10 лет, дочери 12 лет. И с появлением своих любимых деток поняла, что рынок игрушек нашего региона испытывает недостаток в развивающих игрушках. И таким образом была создана сеть магазинов «Умные игрушки» в 2013 году. Сегодня интеллект игрушка «Умные игрушки» – это более уже 30 тысяч постоянных покупателей и более 10 магазинов по всей республике Башкортостан. На рынке республики представлен эксклюзивный ассортимент, тщательно отобранный нашими педагогами-психологами. Миссия нашего магазина, нашей сети – это воспитать новое поколение детей, свободное, осознанное, целеустремленное, позитивное, уважающее семейные ценности. Также цель – это привить любовь к окружающим, природе, развить личностные качества с юных лет. Если мы совместными усилиями добьемся нашей цели, мы получим новое качественное поколение детей. Также мною в 2018 году был создан личный бренд одежды Regition. Тяга ко всему красивому, утонченному именно привела к созданию данного бренда. В марте 2021 года состоялась ежегодная премия награждения самых успешных женщин России Woman Awards 2021. По версии издания Woman Awards 2021 я вошла в топ-100 успешных женщин России. Премия востребована и значима для деловых женщин России из разных сфер деятельности. Давайте поприветствуем очаровательные девушки и, конечно же, Регина Шарипова.